первые дни специальной военной операции «Видно» был создан пункт сбора гуманитарной помощи. Сейчас он располагается в кинотеатре «Искра», сотрудники которого всячески помогают волонтерам в их благородном труде. Около двух раз в месяц отсюда увозят десятки коробок с необходимыми товарами для бойцов СВО. Люди у нас в округе очень хорошие, люди откликаются. Вот последний раз мы собрали помощь, и у нас деревня Спасская. Собрали деньги, закупили, и привезли, и передали. И сладости ребятам к празднику, и медикаменты. Люди несут все, что мы обычно запрашиваем, и им большой поклон. В первую очередь, конечно, продукты, которые долгого срока хранения. Тушенки всевозможные, да, в банках. Очень просим не приносить в стекле. Сейчас наблюдается большая потребность в теплой одежде и термобелье. Из Ленинского городского округа товары отправляются в единый центр сбора гуманитарной помощи. Он находится в Балашихе. Оттуда на передовую. И очень хочется сказать большое спасибо нашим ребятам. У нас прекрасная молодежь, у нас прекрасные дети. К нам откликнулось управление образования. Ребята из школ из нашего Ленинского округа, с наших учреждений, энергии, мечта. Мы написали, сейчас отправляем на фронт, сегодня отвозим более 1000 писем, открыток и плакатов. Дети вложили всю свою душу туда, и мы очень надеемся, что ребята на фронте почувствуют тепло, которое мы хотим им передать, и поймут, что они не одни, у них крепкий тыл. С днем защитника Отечества, с отважным, мужественным днем, в честь и слава государству. Храните вы наш отчий дом. Крепки, смелы и справедливы, душой добры и молчаливы. Вы гордость наша, наша ценность, мужская сила, воля, смелость. Пусть будете всегда здоровы, крепки, надежны, как основа. Спасибо вам за вашу стойкость, за мир, защиту, вашу зоркость. Такое стихотворение для бойцов СВО подготовили ученики младших классов Видновской второй школы. В виде поздравительной открытки его и десятки других писем также накануне Дня защитника Отечества отправятся в зону проведения специальной военной операции. Мы очень ждем наших солдат, наших ребят с победой. Желаем им здоровья и скорейшего возвращения. А родительский актив школы собрал для солдат десятки коробок с гуманитарной помощью. Мы понимаем важность, мы гордимся их честью, отвагой, понимаем, насколько это важно защищать нашу страну. Это большая честь, и в данное время мирное небо над нашей головой – это все по силам нашим солдатам. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Пункт в кинотеатре «Искра» работает каждый вторник и четверг с 17 до 19 часов вечера. Все для фронта, все для победы. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видно этого.